27 марта на городской площади Каспийска стартовал прием донорской крови, организованный Республиканским центром переливания крови. Отметим, что станция регулярно посещает наш город. Все потому, что когда-то при больнице существовало отделение заготовки переливания крови. Именно по этой причине станция выезжает в Каспийск часто, чтобы активные доноры могли продолжить свой благой путь. Проходит данная процедура в стерилизованных помещениях. Стоит подчеркнуть, что каждый пациент перед донорством проходит небольшой осмотр на наличие хронических заболеваний или каких-либо противопоказаний. Осуществляем выездной забор крови для тех людей, у которых нет возможности приехать в город и кто хочет быть донором. Донорство всегда важно и нужно. Это в первую очередь дети, онкобольные дети, вторую очередь взрослые онкобольные. Ну и экстренное состояние, да, кровотечение, когда у людей бывает различного генеза. Донорство на данный момент очень важно. Особенно нужда обострилась после несчастного случая в Махачкале на заправке «Нафта». В тот период пострадавшие остро нуждались в донорстве, из-за чего станция крови дежурила в ночные смены. Основной просьбой врачей является рекомендация, с которой нужно ознакомиться на сайте «Я донор» перед посещением служб крови, где четко представлен список хронических заболеваний, при которых запрещено сдавать кровь. Первичная донация запрещена людям старше 60 лет, также с артериальной гипертензией от 160, у кого идет давление и выше поднимается. Также это кардиологические больные, имеется в виду сердечные, с пороками сердца. Чрезмерное ожирение тоже запрещено, 150-160 килограмм выше. Также люди недовесом, это до 60 килограмм мужчины и до 50 килограмм женщины. Посетить станцию службы крови можно 27-28 марта с 9 до 13:00. Каждый из вас может стать причиной спасения жизни десятки людей. Все, что нужно, это лишь иметь при себе паспорт.